Русский композитор, поэт, пианист Николай Петрович де Витте родился в семье крупных военных инженеров в 1811 году и свои разносторонние художественные наклонности раскрыл весьма рано и бурно. В детстве Николай много читает, изучает языки и увлекается переводами, быстро овладевает роялем и арфой, сочиняет стихи, драмы и музыкальные пьесы. 14 лет он уже известен в Москве как музыкант-вундеркинд, украшающий своей игрой самые престижные салоны, празднества и музыкальные собрания. С 18 лет он начинает публиковать романсы и писать танцевальную музыку, кадрили, вальсы, контрдансы, которые звучат на всех балах и маскарадах. Он сочиняет много и легко, более полусотни романсов, полсотни танцевальных пьес для фортепиано, произведения для арфы, таков итог его короткой творческой жизни, внезапно оборвавшейся в 1844 году в возрасте 33 лет в Англии. Где ты, души моей отрада, с улыбкой страстной на устах? Где ты, любви моей награда, живущая в моих мечтах? Ты для коей нет названия, но первый для души предмет, в который зрю я цель желанья и всей надежды милый свет, и всей надежды свет. Приди, о ангел мой хранитель, в таинственный полночи час страдальца посетить обитель, где луч веселья угас, где луч веселья угас. Твоею лаской разговором не смеет он себя питать, утешь его хотя бы взором, не будет больше он страдать.